Парк Дружбы народов задумывался как памятник культуры, отражающий колорит 15 республик СССР. Возведенный в 1969 году, парк представлял собой грандиозную многоступенчатую конструкцию, выполненную в разных этнических стилях. Территория в 36 гектаров претендовала на звание одной из крупнейших в Советском Союзе. Процветание закончилось вместе с перестройкой и распадом Союза. Спустя не одно десятилетие парку решили дать вторую жизнь. В преддверии Дня Победы ульяновские общественные организации провели субботник на Волжском венце. Мы часто это делаем, то есть сюда мы приезжаем практически каждый месяц, вот, проводим здесь такие субботники, соответственно, разными организациями, но мы постоянные. Благоустраивают территорию парка представители национальных автономий и диаспор – армянской, таджикской, дагестанской и вьетнамской. В уборке им помогают ученики ульяновских СУЗов. Сейчас очистка, уборка. Сейчас скоро будем баннеры выставлять. У нас уже баннеры готовы, скамейки готовы, вазоны и так далее. Но в первую очередь надо привести порядок. В этом году армянская диаспора выиграла президентский грант в размере 1,5 миллиона рублей. На эти средства общественники закупят и установят малые и средние архитектурные формы, а также проведут ремонтные работы парка. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.